Вчера с сотрудниками коммунального учреждения СМЭП совместно с работниками коммунального предприятия «Городские дороги» был осуществлен, вот как вы видите, монтаж светодиодной подсветки пешеходных переходов светофорного объекта, который находится на пересечении улиц Екатерининской и Дерибасовской. То есть в чем заключается основная, если можно сказать, фишка, да, данного проекта, данного новшества? То есть основная идея – это, в принципе, дополнительная информативная нагрузка для граждан, которые будут осуществлять переход по пешеходному переходу, но в том числе это также, я считаю, несет и некий эстетический характер, достаточно красиво в темное время суток. Сотрудниками нашего подразделения, да, при монтаже осуществляется, то есть, коммутация непосредственно со светофорным объектом. То есть там сигналы синхронизируются, и когда непосредственно на самом светофоре загорается красный свет, он дублируется светодиодным оборудованием. И когда зеленый, абсолютно аналогично производится такая же самая дубляж. Такая плитка такого формата устанавливается в Польше, есть за границей. Ну, это что касается ближнего зарубежья. Это то, что я точно знаю. Производят ее на территории нашей страны. Это как бы никакой не импорт. Эта плитка изготовлена по технологии, то есть у нее есть стандарт влагозащиты, то есть она не боится ни дождей, то есть ни влаги, и также она устойчива к другим физическим воздействиям. Это пилотный проект, который мы запускаем сейчас в первый раз, и если он действительно пойдет и понравится одесситам, мы будем продолжать дальше реализовывать его на территории нашего города.